Экс-глава Конституционного совета не исключает, что Касым-Жомарт Токаев может обратиться за разъяснением норм Конституции по предстоящим президентским выборам. В интервью агентству «Интерфакс» Казахстана Игорь Рогов признал, что есть дилемма по срокам. В частности, указал на то, что пятилетний срок Нурсултана Назарбаева истекает в апреле следующего года, а по Конституции выборы должны состояться в декабре. В связи с чем Рогов полагает, что понадобится толкование Конституционного совета по данному вопросу. Вместе с тем напомнил и о возможности проведения досрочных президентских выборов. Напомню, что 19 марта Нурсултан Назарбаев объявил о своем уходе с поста президента. По Конституции полномочия перешли на тот момент к спикеру Сената Касым-Жомарту Токаеву. Тем временем политологи ожидают, что выборы президента в Казахстане могут состояться уже в этом году.